Biviet. Bine ați avut, Șerif Muhammad. Sivudnia, я расскажу вам о Сакаре. Сакара, селение в Египте, примерно в 30 километрах к югу от Каира. В нем находится древнейший некрополь, столица древнего царства Мемфиса. Название происходит от имени бога мертвых Саккара. Покровителя некрополя. Протяженность Мемфисского некрополя с севера на юг 7 километров. Ширина 1500 метров. Всего царских пирамид 11. Большей части это пирамиды фараонов 6 династии. Среди них выделяются Баграбиня, фараонов Тити, Биби Бервей и Биби Второй. Центральные сооружения, ступенчатая пирамида Джосера, фараона Третьей династии. Спасибо.